Привет, друзья! Все знают, что у Анатолия достаточно специфическое отношение к праворадикальным организациям. До недавнего времени он всех зигующих, в принципе, называл рогули. Не фашисты, не нацисты, это рогули. В одном из последних роликов он показал зигующих ребят на стадионе. В общем, и вот он говорит. Из хорошего, это то, что моментально подтерлось, я не знаю, или сами они спрятали, или все-таки Facebook проснулся и удалил видео с зигующей молодежью, с зигующими ребятами, которые поддерживают одну из украинских футбольных команд. И я, знаете, не особо-то и виню молодежь, не особо виню. То есть кто-то в детстве там хотел там эмо стать, да, кто-то еще кем-то. Сейчас вот все вбили себе в голову, что они нацисты, что они арии. Да, арии. Короче, там, дети перунов и все такое прочее. Это не они виноваты. Это виноваты те ублюдки, скажем так, которые данные вещи не пресекают. Если нет идеологии, ну или идеология какая-то калечная, да, тогда она заменяется другими вещами, и молодежь это впитывает в любом случае. Поэтому молодежь не виновата. Виноват вон тот вот опухший, который сейчас пока что еще является президентом Украины. Ну, его долбанное окружение. Ну, то есть молодежь не виновата, да? Я так понимаю. А вот зигующий там парень, который облил кислотой вашу журналистку, получается, он тоже не виноват? Это Порошенко виноват, а он не виноват. И, в принципе, в будущем, если там эти ребята что-то натворят, ну, они не виноваты, это Порошенко все виноват. Всем пока.